Это было тяжело. Тienes que emocionarte en tu vida, y esto es una experiencia. Лучше сегодня сдаваться и идти вперед. Мы все не разбежались и никого не оставили сзади. I'm so blessed. Media chain. Cuando hagamos ya la parte, esta nos va a hacer que frене el equipo. А вот этот случай, когда мы застряли в пещере на 30 дней. Помнишь, что ваши все шнурки тоже будет параллельно. Media chain! Maybe we go left. Спустя 5 минут. Очень круто, весело, ни разу не устали. Всем рекомендую ехать сюда. Ты же перепасовал этой. Вообще деловой. Ну как? А, да, 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 Давай, 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 раз, спина болит. Где? Ну, на самом деле, мы не знали, куда мы идем, как и в жизни. Шаг неизвестности позволяет открыть новые возможности. Así lo hacen con el tequila igual. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero solamente vine yo. Это бомба просто! Thank you.
Ну? Media Chain, tienes que emocionarte en tu vida y esto es una experiencia que realmente nos llevó a otro nivel. Nos emocionó y nos ayuda a demostrarnos que podemos lograr todo lo que nosotros queramos. El único límite está acá en la mente. Yeah. Это было экстремально. Я ожидала меньше экстрима, но оно было классно. И мне кажется, все прошли, все целые, хорошие, невредимые, так что все нормально. Это было замечательно. Это было тяжело. Но когда мы с этим справились, это непередаваемое чувство. Это была experiencia maravillosa, espectacular. Más de 5 horas viviendo una aventura increíble. I'm so blessed. It's such a big adventure. Thank you very much for Media Chain, Dennis. Thank you for this experience. I love it. Estamos muy contentos de que fuera latinoamericana a hacer muchas cosas más. Gracias. Hasta México. Это было сильно. Это невероятно. Это то, что мы прошли это вместе, это сплочает и соединяет вместе. Круто видеть то, что мы все не разбежались и никого не оставили сзади, и все остальные ушли, один остался. Все друг другу помогали. И это круто видеть. Это показывает, что мы можем быть командой. Мы это сделали. 5 часов был наш путь через вот эти скалы. Мы шли по каньону, прыгали с водопада, спускались с высоты более 30 метров. И для меня лично это просто level up в рамках моих фобий. Как высоты, так и, наверное, вот этого всего неизведанного. Поэтому огромное спасибо организаторам компании Media Chain, Денису Тищенко, Сергею Севансян. Это просто высший уровень. Я желаю абсолютно каждому вместе с нами в будущие разы пройти это приключение вместе. Супер! Короче, пушка, ракета, петарда. Реально. Реально, если хотите пройти эту дорогу, лучше сегодня сдаваться и идти вперед. Сложности будут, но надо встать.